А сейчас мы проверим количество алкоголя в этой рюмке. Если будет гореть, значит там много. Ага, немного. Оказывается, это не настолько крепкое спиртной напиток. Произведенный эксперимент продемонстрировал, что количество градусов в этом стакане не позволяет его запалить. Ну, 55 градусов. Сейчас мы протестируем с помощью имеющегося инструмента. Не, градусы уже повышаются. Смотрим на термометр. Горит. Почему горит? Потому что градусы есть. Трудно и снимать, и одновременно фиксировать. Так, производится следственный эксперимент. Назад будущее выходное. Опять же посмотрим, сколько у нас тут градусов. Я думаю, пора тушить, потому что сейчас пожарники приедут. Градусов горит, тушу. Все, никто не пострадал, собака накормлена. Это просто орешки. Конец связи.